По данным Всемирной организации здравоохранения, неиспользование ремней безопасности входит в пятерку главных факторов, которые вызывают смерть в случае ДТП. В Тверской области таких водителей каждый третий. Ежедневные рейды сотрудников ГИБДД не спасают ситуацию. Штрафы своевременно платятся, а ремни все так же не пристегиваются. Наша съемочная группа выясняла, какие отговорки чаще всего придумают водители, оправдываясь перед инспекторами. Что же не пристегиваете? Виноват, согласен. Виноват. Такие слова инспекторы ГИБДД слышат каждый день. Виноват, знаю, что это штраф, я просто не успел. Причины разные, но итог может быть один. Если ДТП, ремень безопасности не спасет. И это потому, что водитель или пассажиры не считают нужным пристегнуться. В 307 случаях ДТП, это где-то примерно 20% от общего количества ДТП за 2019 год, участники ДТП были не пристегнуты ремнями безопасности. При этом 34 человека погибли. То есть, о чем хочется сказать? Ремни безопасности были придуманы не зря, да, производителями транспортных средств. То есть, статистика все-таки за ремни. Статистика говорит о том, что в 45% случаев, когда машина попадает в аварию, именно благодаря ремню водитель и пассажиры остаются живы. И на каком километре автомобиль может столкнуться с препятствием, никто предугадать не может. Чего не пристегиваете? Да только он тронулся. Сейчас пристегнулся и поехал дальше. При столкновении автомобиля с неподвижным препятствием на скорости 50 км в час на организм взрослого человека весом 80 кг воздействует сила в размере почти 2 тонн. Если человек не пристегнут, смерть неминуема от ударов, полученных об элементы отделки салона, лобовое стекло и органы управления. Если говорить о столкновении, да, то при даже бывает не серьезных столкновениях, да, будучи не пристегнутым, человек получает ранение. При более высоких скоростях, да, могут погибнуть. Кабина автомобиля остается целой, то есть человек мог бы остаться в живых, но из-за того, что он не пристегнут, он либо вылетает из автомобиля, да, и получает травмы, несовместимые с жизнью, либо еще хуже происходит, что автомобиль наваливается на него, то есть от асфиксии человек погибает. При аварии на 80 км в час у непристегнутого пассажира нет никаких шансов выжить. Через 0,68 секунды после столкновения передние пассажиры ударяются о руль и переборную панель. Еще через 30 сотых – о лобовое стекло. Еще через мгновение задние пассажиры врезаются в передние кресла, ломая их, а средний пассажир вылетает через лобовое стекло. Спустя третью часть секунды после аварии задних пассажиров отбрасывает назад с такой скоростью и силой, что они головами деформируются. Потолок и крышу автомобиля. И все. По статистике, из 100 человек в такой аварии выживают только двое. И те с тяжелыми травмами и увечьями. Пристегнуться несложно. Это дело нескольких секунд. А вот вернуть человека с того света – невозможная задача.